6 сентября в поселке Тииха состоялся сход граждан. Решение о его проведении было принято ранее на выездной диалоговой площадке «Жизнь в Тиихе. Мечты и реальность». Тогда много говорили о том, что в поселке накопилось немало проблем, которые можно решить, необходим лишь диалог между поселковой властью и населением. В итоге встреча состоялась. Как она проходила, смотрите в следующем сюжете. Вначале глава поселения Игорь Акатета в цифрах и фактах изложил основные направления своей деятельности и планы по благоустройству. Присутствующие выслушали руководителя, после чего на него обрушился град вопросов. Информационный голод привел к недопониманию. Такая встреча была необходима уже давно. Очень много вопросов прозвучало на тему переселения из ветхих жилых домов. Те дома, которые не должны были сносить, сносятся, хотя они аварийными не были признаны. И потом... Чтобы не было это голословно, я вас просила, дайте списки, которые сейчас переселятся. Скажите конкретно, кто переселяется в это дома. Получается, вы эти дома будете сносить, потому что сроки подошли, и вот эти, кто временно живет, у них новые дома. Ямайские 5 мы нынче переселяем. Ямайские 6 тоже мы будем готовить на переселение по Обаму. Основные претензии еще на диалоговой площадке касались благоустройства. Спустя время уже на сходе граждан эта тема по-прежнему вызывает споры. Одни говорят, что мусорят другие, другие говорят, что третьи не убирают. Совместно субботники решили бы эстетическую проблему, но, судя по всему, их организация – сложная задача. Вчера, вот, позавчера выступали на собрании, да, действительно. Почему мне убрать тот мусор, который лежит возле ваших подъездов, те же вот кресла, которые лежат? Но почему... Я неделю проходил, еще лежит. Я даже сам говорил, что надо за собой убирать. Это ваш поселок, ваша территория. Никто ни разу не подобрал мусор возле площадки. Вот я вчера специально взял детей. Давайте, стоят мамаши, мусоре, сами же мусоре и живем. Много вопросов было задано на тему ремонта домов, септиков и дорог. Не на все нашлись ответы, но в любом случае ситуация наладится, заверил граждан глава поселения.